Дорогие телезрители, дорогие радиослушатели, рад приветствовать вас в очередной раз. Сегодня у нас в рамках программы «Профессор. Доступно о важном» мы будем обсуждать те вопросы, которые касаются права как искусства добра, справедливости на современном этапе. И у нас в гостях декан юридического факультета Северо-Восточного федерального университета, кандидат юридических наук, доцент Рум Румович Ушницкий. Добрый день, Рум Румович. Ну, вы знаете, что наша программа, она уже 2 года идет, и в рамках нашей программы в этой студии побывали ректора Северо-Восточного федерального университета, Арктического агротехнологического университета, Арктического государственного института культуры и искусств, известные профессора вот, Савинов Андрей Савич, Бажарин Карл Георгиевич. И я хотел бы сегодня поприветствовать вас как декана юридического факультета, как одного из специалистов по гражданскому законодательству. Ну вот мы знаем, что в следующем году у нас исполняется ровно 1/4 века со дня образования уже самостоятельного юридического факультета. Мы знаем, что начиная с 1982 года этим вопросом плотно занимался наш основатель высшего юридического образования, которого мы величаем как патриарха, доктор юридических наук, профессор Федоров Михаил Михайлович. Ну и, конечно, я, как его ученик, всегда с большой теплотой в душе вспоминаю его и оцениваю его вклад не только в развитие высшего юридического образования, но и государственности Республики Саха-Якутия, поскольку он был таким одним из видных соратников нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева. Помню, как он в 1994 году предложил мне стать заведующим кафедрой. У меня не было ни степени, ни ученого звания, но то высокое доверие, которое было оказано им, также ректором университета Филипповым Василием Васильевичем, сподвигло к тому, чтобы конкретно заниматься вопросами высшей школы, высшего юридического образования, защищать диссертации. Ну и самое главное, конечно, то, что мы вместе с Михаилом Михайловичем и с Ольгой Дмитриевной Максимовой, доктором юридических наук, деканом сегодня Московского социального университета, разработали концепцию развития юридического образования. И данная концепция в 1995 году была утверждена на заседании ученого совета Якутского тогда государственного университета, и благодаря вот этой концепции у нас появился самостоятельный факультет. Ну, первым деканом у нас была Альбина Афанасьевна Степанова, кандидат юридических наук, доцент, заслуженный юрист республики, первый лауреат премии в области юриспруденции имени Михаила Михайловича Федорова. Ну, затем продолжительное время деканом работал Петр Васильевич Гоголев. Ну, и сегодня вы в качестве декана продолжаете славные традиции нашего факультета. Ну, хотелось бы отметить, конечно же, что изба красна углами, а вуз выпускниками, да. Вот, пожалуйста, расскажите о жизни факультета, об истории. Я думаю, многим это интересно сегодня. Ну, вы все основные вехи уже отметили. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, телезрители. И что тут дополнить? Ну, во-первых, мы вам благодарны, Александр Николаевич, что вы вот непосредственно принимали активное участие в развитии юридического образования. Вы знаете, вот непростые 90-е годы были отмечены тем, что юриспруденция, она пошла, ну, как бы сказать, в разнос, да, потому что все стали хотеть стать юристами, видели в этом не то чтобы, так скажем, идею борьбы за справедливость, а старались просто получить должности, заслужить какие-то чины и так далее, и так далее. Поэтому особая вот проблема была. И я помню период, когда в городе Якутске было более 20 вузов, которые готовили юристов.
это было нечто такое. Тогда же вот как раз при вас я съездил на ассоциацию юридических вузов и там выступил с предложением о необходимости прекратить такую практику. Но, слава богу, вот эта практика стала... мы добились того, чтобы эта практика все-таки была такая завершена. Сами же мы всегда, несмотря на все политические и экономические ситуации, стремимся и стремились к подготовке действительно настоящих юристов. Наши выпускники, наверное, не дадут соврать, что у нас не просто учились за плату, а у нас учились ответственно. Даже те, которые как бы платили и платят сейчас, да, они просто так оценку не получают. Это был труд, настоящий труд, умственный труд. И благодаря таким преподавателям, как Степанова Альбина Афанасьевна, Федулова Сарглана Николаевна, их новое поколение, как Аза Букаровна Муталиева, Левочка Валентина Вячеславовна, Ефимова Мария Прометеевна, ну и, само собой, тоже Корякина Зинаида Ивановна и так далее, и так далее. Вот они очень ответственно, все мы очень ответственно подходим вот именно к качеству тех знаний и способностей, которые наши выпускники должны иметь и имеют. Что вот как раз отражается именно на тех успехах, которые добиваются наши выпускники. Вот, в частности, мы гордимся ими. И вот в первую очередь, конечно, хотелось бы вспомнить Любовь Егоровну Летучих, председатель Верховного суда Республики Саха-Якутия. Во-вторых, это Ольга Валерьевна Балабкина, лучший выпускник университета, признанный таковой буквально позапрошлом году. Она заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия. Сергей Васильевич Мясников тоже достиг больших успехов. Он не только возглавлял правительственные структуры, а сейчас вот является заместителем председателя. И в том числе курирует вопросы образования. То есть является непосредственным нашим руководителем. Но и есть не менее такие другие. Вот Иванов Павел Владимирович, он председатель Государственного комитета юстиции. Ну и очень хорошо, когда наши выпускники получают признание. Вот такие, как уполномоченный по правам человека Сардана Михайловна Гурьева, уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера, это Константин Роббик. Ну, и есть такие, которые проявили себя в целом в государственной службе. В частности, это Гасамбалаев Михаил, молодой такой юрист, но, несмотря на свою молодость, уже заместитель руководителя администрации главы правительства Республики Саха-Якутия. Вот у нас был такой выпуск, в котором училась Сардана Михайловна. Это был очень замечательный выпуск. И вот есть три выпускницы, которые проявили себя. Это Романова, кроме Сарданы Михайловны, Романова Ольга Валерьевна, это Егорова Ольга Николаевна, вот одна из них руководитель департамента государственно-правового администрации, а Егорова, она руководитель Росреестра по Республике Саха-Якутия. Наши выпускники проявляют себя и в других регионах Российской Федерации. Вот мы знаем, что Игорь Борисович Тресков, бывший заммэра города Якутска, стал сейчас первым вице-премьером. Вице-премьер же, да? Так? Первый вице-губернатор. Вице-губернатором Московской области. Ну и хороших результатов и высоких постов занимают, и хороших результатов именно. Наши выпускники работают в правоохранительных органах. Это и МВД, и прокуратура, и Следственный комитет, и другие органы, которые
как раз вот именно занимаются юридической деятельностью. Ну, в частности, в качестве примера можно было будет вспомнить один из первых выпускников очного отделения, это Константин Шкулепа, полковник юстиции, насколько я помню. Это Шибина Александра Валерьевна, заместитель природоохранного прокурора Республики Саха-Якутия и так далее. Ну и в коммерческих структурах у нас тоже есть выпускники. Вот Алексей Прокопьевич Дейсковский, он является одним из топ-менеджеров компании «Алроса», является, ну, как раз по своему роду деятельности курирует вот и юридическую, и социальную работу этой компании. Ну вот смотрите, один из наших самых уважаемых профессоров, Дмитрий Николаевич Миронов, доктор юридических наук, профессор, первый председатель Конституционного суда республики, говорил, что нам не нужно излишне увлекаться конституционным правом, да, вот в части выпускников нам нужны хорошие цивилисты. Вот вы долгое время возглавляли кафедру гражданского права. Вот как вы можете ответить на вопрос, насколько широко вот в части подготовки наших юристов вот по специализации гражданско-правовой специализации, вот помимо Алексея Прокопьевича, еще есть какие-то примеры людей, которые... Я бы хотел добавить вот вопрос, вот как раз, когда мы говорили о специалистах конституционного, гражданского права, речь шла о том, чтобы готовить специалистов, именно ученых для нас, для нашего факультета, для нашего вот именно образовательной деятельности. И в этом смысле, конечно, конституционалисты, они, их больше всего. Вы есть один из ярких примеров тому. Кроме вас, еще доктором юридических наук стал у нас выпускник Петр Васильевич Гоголев. Есть, но вот в качестве цивилистов у нас тоже здесь есть определенные достижения, но помимо вот Аза Букаровна Муталиева, она стала цивилистом и сейчас является руководителем соответствующей программы у нас на факультете. И в этом плане, конечно, наиболее, конечно, мы больше всего гордимся нашими выпускниками, которые стали учеными юристами, а их достаточное количество. Ну и у нас кафедра уголовного права достаточно сильная, да, и Арзулана Акрамовна Павлова, вот, которая действительно достойно ведет, и Макар Макарович Яковлев, да, ребята же увлечены вот в части того, ну и, как вы сказали, есть успехи наших выпускников именно в правоохранительной сфере, да, и, конечно, вот на сегодняшний день, если вот разъяснить нашим телезрителям, радиослушателям, что происходит в сфере образования, какие есть новации, да, вот мы в основном как бы ориентировались на Запад. Сейчас вот в условиях больших санкций и так далее идет некая переориентация, может быть, и отказ в какой-то мере от Болонской системы. Вот в чем вы видите будущее юридического образования? Вот как раз я по этому поводу в ноябре месяце провел много встреч в Москве, в Санкт-Петербурге и участвовал в работе 6-го профессорского форума. В этом и как раз вот стоял вопрос о том, к чему мы должны прийти, отказываясь от Болонской системы. Отказ уже был объявлен на самом высшем уровне, поэтому здесь другой альтернативы нет. Но для нас, настоящих ученых, все-таки это в первую очередь означало бы, чтобы мы возвращаемся к фундаментальности нашего юридического образования. Как я понимаю эту фундаментальность? В том, что в первую очередь готовят юристов широкого профиля. Ну, потому что у нас вот даже сейчас вот федеральные стандарты, они отличают, ну, например, разные виды деятельности. Правоприменительная, правоохранительная, нормотворческая и экспертно-консультационная. На самом-то деле этих различий нет. Они все в одном
предмете, в одной учебной дисциплине. Если ты учишь трудовое право, гражданское право, там есть и нормотворчество, и правоприменение, и правоохранение, и в том числе экспертная, само собой, консультационная деятельность. Вот такая вот ситуация. Но, увы, наши министерства, они очень инертны. Вот как они взяли в свое время вот эту систему компетенций, соответственно, разделение видов деятельности, это очень с трудом идет. Нам надо, само собой, отказываться от этого. Но тем более, что мы должны, наверное, вот именно на уровне специалитета, бакалавриата готовить специалистов, которые готовы были бы работать и проявить себя в любой области юриспруденции. Будь то это правоохранительные органы, будь то это контроль, ну, прокурорский надзор, да, будь то это судебная деятельность и так далее. Но, само собой, это не исключает возможности более специальной подготовки по более узким вопросам юриспруденции. Для этого мы как раз и готовим магистрантов, и с учетом их потребностей работодателей, для того, чтобы вот в узкой уже профессиональной как бы компетенции были ими освоены. Скажите, пожалуйста, вот наверняка нас слушают в том числе школьники, да, сейчас вот пора будет как раз государственных экзаменов, единых государственных экзаменов, потом люди определяются по выбору своей будущей профессии. Что сегодня может предложить университет и какова структура? Вот хотелось бы, чтобы вы рассказали и о юридическом колледже, да, и вообще вот по подготовке бакалавров, какие направления, что в этом году у нас будет? Так, в этом году мы... Ну, традиционно будем. Во-первых, у нас есть все уровни образования профессионального на юридическом факультете. Это юридический колледж. Мы готовим специалистов среднего звена. Соответственно, в этом году у нас был утвержден новый федеральный государственный стандарт по направлению юриспруденции. Это 400204, новое направление, соответственно, мы сейчас разработали новые программы, две программы. Это программа по подготовке юристов в сфере социального обеспечения с дополнительными квалификациями по организации правоохранительной деятельности, организационно-технического обеспечения правоохранительной деятельности. И вторая программа – это правовое обеспечение организации, деятельности организации и граждан с дополнительной квалификацией по организационно-техническому обеспечению судебных органов. Вот это что касается юридического колледжа. А что касается бакалавриата. У нас нынче, опять же, ну, мы будем продолжать набор на две наши программы. Это общая программа юриспруденции и более специализированная узкая программа, которая называется «Правовое обеспечение правоохранительной деятельности». Это сделано в связи с тем, что вот как раз и работодатели в этом нуждаются, и сами абитуриенты видят в большинстве своем вот как раз как сотрудники этих органов в будущем. Ну и кроме этого, это магистратура. Магистратура, как я сказал, по более узким специальностям. Но у нас есть три основных направления. Это вот правовое обеспечение государственной деятельности. Здесь акцент в целом делается на, опять же, на получение компетенций в области правоохранительной деятельности, ну, в области государственного управления, муниципального управления. Второе – это арктическое право и право охраны окружающей среды. Здесь мы реализуем две программы. Программу совместно с другими зарубежными университетами. Ну и последнее – это правовое обеспечение хозяйственной деятельности.
Ну, очень замечательно. Я думаю, что мы в рамках второй части нашей программы побеседуем о других взаимоотношениях, о стратегических партнерах. Еще раз добрый день, дорогие телезрители и радиослушатели. Мы продолжаем нашу программу «Профессор доступно важным» и в студии декан юридического факультета Северо-Восточного федерального университета Рум Румыч Ушницкий. Рум Румыч, ну, вы как руководитель факультета много внимания уделяете налаживанию таких конструктивных взаимосвязей с различными научными институтами, образовательными учреждениями. Вот мы знаем, что есть очень крепкие связи с Московским госуниверситетом, Московской государственной юридической академией, с Институтом государства и права, академии, Российской академии наук. Вот что на сегодняшний день у нас в приоритете, какие у нас есть планы по дальнейшей работе, в том числе по подготовке научных кадров? Ну, что касается вот конкретного сотрудничества. У нас сейчас в данный момент налажена реализация сетевой программы с Северным федеральным университетом по арктическому праву, праву охраны окружающей среды. Плюс мы с университетом Мали с этим вопросом сотрудничаем. Но и не менее важно это то, что мы как раз сотрудничаем с Московским госуниверситетом, подготовку научных кадров там реализуем. В частности, наши сотрудники успешно проходят там стажировки и защищают кандидатские диссертации. Вот недавно была защищена диссертация Климом Дмитриевичем Корякиным. И вот в ближайшее время готовятся еще такие же защиты. Но помимо этого у нас очень неплохие отношения с Институтом государства и права Российской академии наук. Мы вот в этом году наметили, и в планах у нас стоит проведение, организация и проведение первого арктического правового форума. В этом деле, я думаю, нас поддержат и все другие вузы, которые так или иначе связаны с Арктикой, в том числе и наши зарубежные партнеры. Ну, я вот знаю, что кафедра арктического права во главе с Анатолием Николаевичем Слепцовым, Иванова Татьяна Спартаковна, доктор юридических наук, они действительно активно продвигают совместные программы. Вот в этом направлении, вот вы про Мали упомянули, да, что мы уже помимо Франции дошли до Африки. Вот какие вот видите перспективы? Я думаю, вот про то, что вы упомянули, Арктический правовой форум, наверное, эта кафедра будет принимать самое непосредственное участие, и публикационная активность достаточно высокая у них. Вот как бы вы могли... Ну вот, в связи с этим хотелось бы еще раз вспомнить Михаила Михайловича Федорова. Вот, он уже в ином мире, но он все равно нам помогает. Вот он, мы даже вот благодаря его имени мы выиграли грант РФФИ и в 2020 году успешно провели международную конференцию по вопросам Арктики, правовым вопросам Арктики. И вот это получило достаточно серьезные отзывы, импульсы. И вот как раз именно благодаря этому у нас появились и друзья в Камеруне, в той же Мали, в Китае, которые вот намерены с нами вот как раз организовать реализацию, совместную реализацию образовательных программ. Мы идем к этому и приглашаем вот всех выпускников юридических вузов приобщиться и получить, может быть, даже два диплома. Это программа двойного дипломирования, наши и зарубежные. Замечательно. Рум Румыч, ну, конечно же, вот я все время с ваших уст слышу: право – это искусство добра и справедливости. Ну и, конечно, сегодня в новой геополитической ситуации много сложностей, есть много нарушений норм международного права. Какой-то наступает такой кризис, да, и вот как вы думаете, в чем значение права в современном мире,
какова роль права, правовой системы, юридического образования, науки, на что мы должны ориентироваться? Вот как раз я в своем выступлении на 6-м профессорском форуме говорил о том, что современная геополитическая ситуация, она не то чтобы подчеркивает, а просто вскрывает ту объективную ситуацию, что юристы, они находятся на переднем, на передовой вот этой вот борьбы за добро и справедливость. Не просто, а потому что вот это вот добро и справедливость, за них надо бороться. И эта борьба происходит на протяжении всей человеческой истории. И вот как раз апогей этой борьбы, он вот как раз нами наблюдается именно в современный период. Вот тоже ситуация противостояния Запада и России, нас как цивилизации, как центра мирового, заключается в том, что мы как раз предлагаем свое понимание добра, свое понимание справедливости. У них свое. И вот это вот противоборство, оно отражается через то, как человечество его воспринимает. Я уверен, что вот наше понимание добра, справедливости, оно в целом объективно. И, да, эту объективность очень трудно обнаружить. Ну, в этом и функция юридической науки. Но и даже не только юридической науки, всех наук, по сути дела. Будь то это экономические, политологические, там, и так далее, история и тому подобное. Но все это уже как бы приобретает значение именно в нормах права. В конституциях, в международных договорах, в гражданском и других кодексах и так далее, и так далее, и так далее. Вот это все, это вот именно на самом, так сказать, верху этой пирамиды. Пирамиды тех, как результат дискуссий, споров, как результат, в том числе, даже, может быть, такого военного противостояния. И, соответственно, у нас, у юриспруденции сейчас вот главная задача определить те настоящие ориентиры, куда мы должны развиваться. И в этом смысле, конечно, ну, есть определенный недостаток того, что нас долгое время учили в рамках правоведения в советское время, так оно называлось, и в рамках того, что сейчас называется юриспруденцией. Нас учили легистике. Ну, в большинстве своем, так сказать, готовили к прикладным работе над законами, применение этих законов, ну, и, по сути дела, готовили к тому, чтобы все это было единообразно применялось, ну, по сути дела, все сводилось к шаблонам, к шаблонному пониманию, шаблонному применению и так далее. Беда такого подхода, конечно, заключается в том, что меньше всего и наших студентов учили тому, в чем смысл этого добра, в чем смысл этой справедливости. И самая главная проблема заключается в том, что, увы, современное человечество, оно понимает объективность этих категорий, но не может дать стопроцентную оценку этим категориям. Что было справедливо 10 лет назад, 20 лет назад, 30 лет назад, оно становится несправедливым в наше время. Тем более, что вот новые информационные технологии, они же действительно меняют мир. По сути дела, происходит на наших глазах революция. Революция такая, что вот, ну, даже вот простой пример. Если раньше человек, сидя дома, не мог
участвовать активно в производстве, да, то сейчас этот пробел благодаря информационным технологиям устранен. Сейчас можно сидеть в том же Таиланде, да, например, и работать здесь, в Якутске. И нет таких границ. Это говорит о чем? О том, что в этих условиях мы должны обратить внимание на те фундаментальные качества человека, от которого действительно, от которых будут зависеть доверие к власти, доверие к тебе лично, доверие в целом к нашему обществу и что будет обеспечивать устойчивое развитие нашего общества. Вот почему жители регионов, бывшие, которые были Украины, Донецкой области, там, Луганской, они решили войти в состав Российской Федерации. Ну, потому что идеи, предложенные вот, Россией в смысле своей справедливости, они гораздо ближе, чем те, которые по инициативе западных держав были навязаны Украине, и теперь вот такая вот, вот в этом и есть противоборство, и в этом есть вот, так скажем, главный смысл. Я надеюсь, понятно объясняю, но в нашем деле, конечно, все сложно. Почему? Потому что мы вот сами лично оценку эту не можем дать. Как вот оценить, справедливо ли действующее правило, ну, там, уголовный кодекс или гражданский кодекс, да? Об этом же могут оценку дать только наши потомки. Через 30, 50, даже, я бы сказал, через 100 лет. Ну, скорость движения истории имеет тенденцию к увеличению, так ведь, да? Может быть, даже мы доживем до того момента, когда нам скажут, а было ли справедливо наше решение вот сегодняшнего дня или нет. Хотя мы должны в любом случае, как специалисты, уже заранее предвидеть все эти оценки и, само собой, как специалисты должны дать единственно правильный вариант для данного решения. Вот, Рома Ромович, вы являетесь одним из таких лучших выпускников Свердловского юридического института, ну и вот всю свою жизнь посвятили профессорско-преподавательской деятельности. Что бы вы могли посоветовать нынешнему поколению студентов, которые учатся абсолютно в новых условиях? В наше время все было на бумажном носителе, мы всегда искали те или иные учебники, а сегодня все доступно. Сегодня, как вы отметили, в условиях новых реализаций и использования новых технологий, да, искусственного интеллекта, совершенно другая ситуация. Что бы вы посоветовали нынешним студентам, на что необходимо обратить больше внимания? Ну, наверное, все-таки вот как раз вот новые технологии, доступность информации, быстрота получения информации создает соблазн использовать эту информацию, в том числе в качестве результата своего творчества. Такими случаями мы регулярно сталкиваемся. И вот поэтому я не зря сказал, что есть базовые ценности. И первая ценность – это честность. Вот, вот как раз, если ты будешь нечестен в современных условиях, то твою продукцию, твои товары, они не будут раскупаться. Ну, хотя бы возьмите вот те же самые простые Авито или там другие сетевые, так сказать, маркеты, да? Тут, чтобы главное, ну, очень большое значение вот честь, достоинство каждого гражданина становится. И в этом смысле я бы в первую очередь, конечно, посоветовал хранить честь с молоду, как было сказано, и, то есть быть честным. Но это первое.
Ну и самое главное, вот как раз надо стараться, наверное, критически относиться ко всей информации, которую вы получаете. Нельзя все брать на веру. Нельзя, в наших условиях нельзя быть наивным. Вот в том-то и дело. Вот почему у нас вот много случаев мошенничества и так далее. Это вот как раз благодаря тому, что мы привыкли доверять. А мы, юристы, говорим, доверяй, но проверяй, да? Но в этом смысле, конечно, мы должны развивать свои способности, в первую очередь интеллектуальные способности, чтобы... И это происходит именно благодаря тому, что ничего на веру не принимается. Все проверяется через глубокий анализ, через логику и так далее, и так далее. Вот пришла информация о том, что наш преподаватель, молодой аспирант Петр Савосин, вот вместе со своими студентами разработали такую хорошую игру, юридический алиас, где они могут проверять свои знания, так сказать, продвигая свои фишки, соревноваться. Вот что несет эта новизна, на ваш взгляд? Ну вот как раз это, наверное, вот одна из попыток предвосхитить в будущем вообще юриспруденцию через нейросети, так скажем, да. Уже давным-давно идут разговоры о том, что искусственный интеллект даже может заменить, и уже есть факты, когда заменяет даже вот функцию судебную. Но я, конечно, человек консервативный, думаю, что никакая машина все нюансы человеческого жизни воспринять не может. В этом смысле дискреция, которая имеется у суда, она достаточно широка. И это не просто так. И это, опять же, объективно. Именно так и должно быть. Потому что судья должен оценивать не только конкретные факты, но и другие иные обстоятельства. Очень коротко, буквально у нас полминуты в завершение. Какие у вас будут пожелания? Ну, у меня пожелания вот, для будущих абитуриентов. В первую очередь, хотелось бы, чтобы они поступали не с мыслью получить должность, получить там права, какие-то полномочия, компетенции для того, чтобы работать. А поступали к нам с целью, с задачей бороться за добро и справедливость. Спасибо вам большое за то, что приняли участие в нашей передаче. Успехов юридическому факультету. Спасибо.